Здесь температура ниже нуля, где-то минус один. Очень холодно. Я люблю оставаться наедине с самим собой. У меня не было много друзей в молодости, потому что я постоянно переезжал. Так что мне нравится быть одному. Дайте-ка я поиграю в футбол с этим малым. Можно с тобой поиграть? Вот так. Пинай мне. Я люблю детей. Еще с тех пор, как я сам был ребенком, я люблю детей. До свидания. До свидания, спасибо за игру. Увидимся. Не знаю, наверное, когда я завершу карьеру бойца, я займусь чем-то, связанным с детьми. Пока-пока. Пока-пока. Че, не хочешь любовью заняться? Давай, люблю тебя. Пока. Давай, увидимся. Отличные времена. Сейчас полетим в Вегас. Это лучший аспект недели боя. Все внимание уделяется плану на бой, нас ничего не отвлекает, так что на этом этапе мы полностью сфокусированы. Настоящая задача. Заткнись. Окей. Да, именно так проходит неделя боя для нас. Подкалываем друг друга. Угораем. Стараемся поддерживать его в боевой готовности, фокусируемся на том, что действительно важно, и проводим время в хорошей компании. Это твое, Бобби? Нет, или... О, смешно, да. Как я рад, что я здесь. Предвкушаю отличную неделю боя. Выглядишь хорошо, чувак. Когда бьешься? И я буду биться 9 мая в Вегасе. О, здорово, а с кем? Вам помочь? Давайте. Самый сильный парень в самолете. Я буду биться с Филиппом Линсом. А, да? Я не знаю, кто это. Именно. Вот где я. Вот на каком я сейчас этапе. Думаю, наши пути уже не пересекутся. Ну, разве что когда-нибудь на тренировках. Слушай, ну я за, давай меняемся номерами. На выходе, давай, я возьму твой номер. После поединка можно будет хотя бы выбраться из отеля в воскресенье. Так что в случае победы можно будет устроить вечеринку. Чувствуешь себя боссом этого города. Я буду править этим городом. Правда, только ночью? Да, одну ночь поправлю городом, побуду боссом. Я думал, я тут чем-то управляю. Нет. И вот я снова ни с чем. Итак, в последних нескольких поединках Стипа проделывал отличную работу в плане передвижения. Он расставляет ловушки, заставляет оппонентов гоняться за собой. Так что, если мы будем контролировать центр октагона, нам будут открыты все опции. Охренеть. У меня мозг сотрясается. Ну и как тебе эта мощь, тренер? Отвратительно. Я имею в виду... Знаете, как уже говорили, его удар — это как быть сбитым Фордом Эскортом. По ощущениям так и есть, так что мне должны доплачивать за опасные условия труда. Это как плавать с кучей акул, главное, чтобы тебя не укусили. Это последний круг. Да, перед поединком уже ничего нового на этом этапе. Делать уже по большому счету-то и нечего. Я, может, уже дней как 10 начал чувствовать приближение боя, небольшой стресс, взволнованность. И эта взволнованность, эта заряженность дает тебе всплеск адреналина, который позволяет тебе преодолеть то, с чем люди, как правило, уже не сталкиваются. Roger, put him on place, look at...
Да, ее уже укладывают. О, моя девочка. Если ты не первый, то последний. Да, она уже ложится. Моя девочка, победительница. Тренируется во сне. Умница, умница. Ладно. Еще позвоню, мам. Люблю тебя. Люблю тебя. Давай, люблю тебя, детка. И я тебя. Пока-пока. Мы идем вон туда, в этот салон. Мне сделают педикюр. Так что мои ступни будут хорошо выглядеть. Но также мне их размягчат, чтобы я не подскальзывался в октагоне. Да, такая фишка. А вам какую воду надо? Там теплую. Теплую. Теплую, да? Да. Тепло это хорошо. Да, тепло хорошо. Да. Так, дайте я вот это вот опущу. Спасибо. Пожалуйста. Да, неделя боя всегда проходит в таком расслабленном режиме, потому что интенсивные тренировки уже позади, и ты начинаешь переключаться в боевой режим. Я не знаю, как это объяснить, но у тебя другой настрой, когда тебя ждет бой. И все люди справляются с этим по-разному. Что касается меня, я просто расслабляюсь, отдыхаю, и чем ближе поединок, тем я спокойнее. Живу хорошей жизнью, я ведь ее заслужил, да? Так что иногда уделяю немного времени, чтобы ногти были поухоженнее. Когда я сам их стригу, получается не так хорошо. И здесь дело больше даже не в том, как это выглядит, а в том, какие у тебя ощущения, как ты себя чувствуешь после этого. Я воспользуюсь вот этим? Да, конечно, да.